децентрализованная биржа для обмена цифровыми активами SparkSwap прекращает свое существование. Причиной приостановки деятельности биржи стала слабая пользовательская база. Согласно официальным данным, SparkSwap прекратила регистрацию новых пользователей, а все остальные пользователи должны прекратить торговую деятельность на платформе до 24 марта 2020 года. Также прекращение работы узла Lightning Молния будет выполнено до конца марта. Оставайтесь с нами. Увидимся!